показывает мне свои работы. Вот это у него первая работа ручкой, она все ламинирует. Сколько объемов, сколько много красоты, сколько много персонажей, сколько энергии вложено. Вы посмотрите, это все, это заламинированные, выполненные ручкой работы. Так что, друзья, не ленитесь. На самом деле, вот чем больше вы работаете, вот посмотрите, в материале, шариковыми ручками. Я как представитель приемной комиссии в Академии художеств, я говорю «да». Где красная кнопка нажать «да». Потрясающе. Русалка очень нравится. Вообще. Тут двиг. Это более позднее. Это русалка более шикарно. Кстати, можно для набора карт с русалками обложкой на задний план взять. Вообще. Ну, тут более графика, такой пуантилизм даже. Сколько языка графического. Вот, ну, скажем так, даже если мы будем условно говорить, что это любительские работы, потому что Даша начинала, да? Но все равно сколько фантазии. Вот это уже более позднее, это пару лет назад. Сколько фантазии, сколько графического языка, белое на черном, черное на белом. Вот все, что нам рассказывают по графике, она все это использует. Это больше срисовки, то есть полгода. И все заламинировано. Вы посмотрите, какая прелесть. Все, отдельно потом на выставку я придумаю это все, пересмотрим и на персонажа из этого еще возьмем на выставку. Я на взрослую художественную выставку даже готов взять у Даши многие работы отсюда. Выставка «Персонаж», которая в 2021 году, в июле, мы хотим сделать с художниками. Дашины работы я как бы с удовольствием. Вот «Персонаж» «Алиса в стране чудес» уже можно. Ну это мне было лет 13-12 даже рисовала. Вот еще одна Алиса. Это Гензель и Гретель. А, Гензель и Гретель. Тоже персонаж подходит. Тут более такой сюрреалистичный, что-то абстракционизм. Класс. Даша, моя ученица, открытие этого года просто. Столько всего понатворила. Тоже очень старая работа. Ну тут сейчас пропорциями все, там все плохо. Но стараний много было. Какие персонажи? Зайчики, снеговички. Выглядывают. Зайчики на моих племянников похожи. У меня их 4 уже. Племянницы и племянники. Вот русалка, фактурки, все видно чешую. Прям рыбья чешуя. Даш, спасибо вам большое за то, что вы делитесь. Я прям вдохновлен. Для меня это очень важно было все увидеть. Моя любовь к творчеству окрепла после этого всего. Поэтому надо делать не в цифровом виде, а вот научиться сначала так рисовать, а потом становитесь люди, кем хотите. Дизайнерами, режиссерами, промоутерами. Сначала вот хотя бы научитесь вот так качественно творить. Спасибо, Даша.